Сегодня означается день профилактики травматизму. По данным Всесветной организации охраны здоровья, травмы и другие несчастные выпадки, что год становятся причиной гибели около 5 миллионов человек. Это 9% от огульной количества смертных выпадков. Одной из главных причин гибели людей от травмы являются дорожно-транспортные здарения. Что год у вынику ДТЗ у свете гине около 1 миллиона 950 тысяч человек. Еще до 50 миллионов становятся инвалидами. Сярод наибольш эффективных профилактичных мер – обмежование хуткости руху, выкористание мотоциклетных шлемов, рамнёв безопеки и дитячих утримливающих пристосованняў. Особливым радком означаются причины травм сярод детей, коли у молодшем узросте это отсутность необходимого нагляду с боку дорослых, то во узросте от 5 до 10 годов травмы отрымливают по неосторожности. У подлетков несчастные выпадки являются следствием борьбы за лидерство. У рамках дня профилактики травматизму сегодня с 14 до 16 годин на питания, которые тычатся профилактики травм, по телефоне 80232-400522 откажа врач, травматолог, ортопед Гомельской областной клинической больницы Александр Викторович Зенченко.